принят закон Украины об особенностях управления совместной собственностью в многоквартирных домах, который дает возможность определить способ управления домом, выбрать управителя или объединиться в ОСМД. Наиболее эффективный способ управления жилым домом – это ОСМД. Создать его просто. Первое. Активные жители дома выбирают инициативную группу из числа собственников квартир и нежилых помещений. Второе. Инициативная группа формирует реестр собственников квартир и нежилых помещений, проводит разъяснительную работу с собственниками о создании ОСМД. Третье. Инициативная группа проводит подготовку к учредительному собранию, организует оповещение совладельцев квартир и нежилых помещений о дате собрания. Четвертое. Проводится учредительное собрание, на котором принимаются решения о создании ОСМД. Избирается председатель ОСМД, правление ОСМД, утверждается устав. Пятое. Готовятся и подаются документы для государственной регистрации ОСМД. Изготавливается печать, открывается счет в банке. Шестое. Передача дома в управление ОСМД. Получение всей технической документации на дом. Седьмое. Оформление правоустанавливающих документов на земельный участок придомовой территории. Процесс создания ОСМД несложен. Государство максимально упростило все процедуры. Так что берите на себя ответственность управления своей собственностью и формируйте свой бюджет самостоятельно. Тратьте деньги на содержание своего дома. Живите дружно и в комфортных условиях.